Всем привет, с Малоградками. Сегодня мы продолжим играть в игрушечку, поднять ваним тап. Соответственно, наливаем чаёк, усажимся поудобнее. Сегодня у нас будет тактикульно выносящий мозг контент. И да, мы продолжаем играть, в общем-то, в компанию, где мы вроде как сейчас играем за этих некромантов, в общем-то. Ну, или хэллоуинских пацанов, я не знаю, спуки, жуть, называть как хотите, если честно. Ну, в общем-то, сразу вам скажу, переходите по аннотации справа в верхнем углу и смотрите прошлую серию. Там, если что, я объяснял, как, объяснял, показывал новое обновление, говорил, что добавили, тому подобное, то, что вот добавили новую карту, я ее показывал, новых юнитов вам показал. Они хоть у нас сейчас есть, но я тебе сейчас покажу, подожди. Где они тут? Новые секретные юниты, я имею в виду. И, блин, да дай показать их. Там новые эльфы, новые пацаны, вот они, если что. И вот это вот новое обновление. В общем-то, я вам его показывал в прошлой серии. Поэтому переходим и смотрим. Так, ладно, в этой серии я вам... А, кстати, точно, ничего я забыл вам показать. Смотри, что происходит. Во-первых, произошло обновление и добавили воркшоп. Его даже немного, кстати, изменили, как ты видишь. Ладно, добавили воркшоп, немного его изменили. Теперь тут есть первые места, точнее, топ каких-то, блин, популярных. И вот нашли таким всеми уже привычный тогда получается вот этот вот фильтр, где тут все вот это вот находится. Далее почему-то, я так и не понял почему, но убрали снежную локацию. Поэтому можешь только в прошлой моей серии посмотреть на нее. Либо если, я даже не знаю, где ее тут найти. Напиши в комментах, куда она вообще пропала. Потому что мне карта очень сильно понравилась. Прям серьезно очень сильно понравилась. Где она, блин? Где? У меня сейчас последняя версия стоит, вот она. Последняя версия, публик бета. Я вот, правда, не уверен, добавили ли это сейчас всем, вот этот вот кастом контент. Ну, вот, его тоже, кстати, немного поменяли. То есть, вот мои юниты, вот фракции, вот, видимо, это компания, можно теперь делать. А это битвы. Ну, если хочешь мне сказать то, что юнита вот создаешь, а теперь ты можешь прям конкретно вот у тебя, короче, висит. В общем, ладно, ты, думаю, и без этого понял, что это ты херня и для чего нужна. Все, хорошо, а мы все-таки идем в компанию. Нам нужно уже проходить ее, да проходить и тому подобное. Осталось совсем немного и продолжаем. Кстати, как ты уже заметил, добавили вот такую тему. То есть, если тебе в компании нужно играть за определенного юнита, вот, допустим, только за спуки, то ты только и будешь за них играть. Тебе даже не показывают вот этих пацанов. Ну, видишь, я их даже поставить не могу в любом случае. Так, хорошо, мы их снова убираем. Нам они сейчас пока что не нужны. Дай мне вот... Ресет. Да не ресет. Да блин, хватит мне это. Хватит херню страдать. Ну-ка дай, вот все нормально. Так, хорошо, но у нас тут происходит вообще-то на самом деле фееричная жесть. Да херища Зевсов. Несколько баллист. И вот это вот говно. И вот как с этим совсем расправляться? Ты мне скажи. Ну, в первую очередь можно поставить двух пацанов, точнее трех, вот сюда вот куда-то. Далее вот этих вот. Ну, они, конечно, помрут по-быстрому. Вот этих пацанов тоже нужно поставить, только на задние ряды, я думаю. Потому что я думаю, они все-таки против Зевса очень хорошо зайдут. Вот как-то так. Далее. Сюда их тоже поставим, естественно. Еще вот такую вот штучку. И вот этого пацана. Я думаю, нормально. Я думаю, нормально. Надеюсь, то, что мы сейчас затащим. По идее, вот этот вот чувак должен затащить всех этих. И эти пацаны должны уничтожить вот эту штуку. Да, и тут то же самое. А вот, и сейчас будет проблема с Зевсами. Убьют их или нет, я вот это вот не знаю. Ты просто посмотри, какая тут жизнь творится. Ты просто посмотри на это дерьмо. Так, подожди, пацаны, а вы нормально? Вы с ними справитесь, надеюсь? Да вроде как нормально. Ну смотри, вроде все замечательно. Ну давай, раз на раз, говно. Да какой дефит? Ну какой дефит, мать твою? Да ты один тут остался, и ты сдох. Какой дефит? Ну, это нечестно. Я считаю, это нечестно, ни хера. Несправедливо. Но продолжаем, что заново. Может, зря его отвлекал. Посмотрим тогда по-нормальному как-то. Пацана нашего сразу вынесли. А может и нет. Да фиг его знает, неинтересно даже. Валите Зевсов! Навали их, гадов! Что-то тут как-то теперь все сложнее. Все туда сделали. Так, пацаны, давайте. Давайте, я на вас надеюсь.
Валите этих козлов. Ну серьезно, сдохните. Позязи, Зевс. Красиво. Я тебе говорю, да какая-то рандомная херня была, ну ладно. Все, хорошо, мы можем как-то вас прям так на превьюшечку взять. Ну нет, тут ничего интересного нет. Мы, по идее, должны тогда это... 3000. За 3000 я должен как-то со всеми пацанами расправиться. Да, а что тут думать? Надо это булить. Как-то вот так вот это все сделаем. И все. Я думаю, нормально. И пока они отвлекаются на вот этих вот скелетов, этот жнец их просто раскирачит. Я на это надеюсь. Ну, раскирачу я за жнеца. А то он что-то как-то тупит. Так, давайте, пацаны. Тихо, не, вы мне не нужны. Нет. И не, меня все равно убили. Какая вот срань. И кого тут затащить, и кем тут поиграть? Давай вот так вот сделаем. Тоже, по идее, должно затащить вот это вот построение. Ну, это как-то вот так вот. И вот за этого пацана мы сейчас всех этих и разнесем. По идее, все должно быть красиво и весело. А, ну и все, я думаю. Давай, кстати, от первого лица попробуем. Ну, от первого лица даже поприкольнее. Ну чё, говно? Кто на меня? Эта штука, она просто всех валит, блин, с первого удара, как ты видишь. Да вообще практически... Ну, блин, ну вот как вот это вот проиграть? Серьезно. Как вот, вот за вот этого чувака проигрывать вообще? Да он просто берет и всех разносит. Да, действительно. Идем нападаем на это говно. Я, кстати, еще что тут подумал. Записать хотел серию, где мы от первого лица играем за тернозаврика какого-нибудь. В какой-нибудь херне и будем там вылавливать каких-то пацанов. В общем, не знаю, захотел что-то записать, но в итоге что-то как не вышло. Так, хорошо, 4500. На 4500 это немало ли? Вот это вот говно сейчас на меня прыгнет, вообще не весело будет. Давай попробуем. Ну, по идее, они должны прыгнуть. Потом далее. Я даже вот эту говно не могу поставить. Слушай, это что-то какая-то херня вообще несправедливая. Ну ты видишь, что происходит? Так, не, надо вот эту вот херню поставить куда-нибудь поближе. И попробовать хоть как-то разнести. Я не знаю, выйдет у меня это или нет. Блин, слишком громкие пацаны. Их бы убавить как-нибудь, чтобы они на близких расстояниях не орали. А то вообще херня жесткая происходит. Так, чувак, прыгай сюда. И подыхай там. А, это еще штука непробиваемая. Офигенно весело. Вот как против этого теперь говна сражаться? Ну, честно. Так, не, подожди. Вот эту штуку мы пока по пути похерачим. Убей его, убей его. Так, а вот теперь вот этих пацанов хоть как-нибудь задень. Да он сам себя убил. Так, я надеюсь, что жнец сейчас разнесет их. Но он вряд ли это получится. Да не потому, что теперь очень сильно сильные. Ну честно. Да теперь у них теперь есть какая-то способность, у жнеца ее нету. Джак. И как я должен это вот это вот говно разнести? Давай попробуем по-другому сделать. Нам сколько тут? 1000 еще дают. Давай попробуем еще пацана вот так вот поставить. В надежде то, что мы сейчас разнесем их всех. О, ну пацаны, ну хватит орать, ну честно. Ну и в итоге моего жнеца просто разнесли. Ну и что это такое? И как вот это вот играть? Да вот этих пацанов не имеет смысла ставить. Хотя я поставлю, почему бы нет. Далее давайте вот эту вот хню поставим. Опять же, а почему бы и нет? Ну вот как-то так. Надеюсь, то, что хоть что-то хорошее из этого выйдет. Хотя нифига хорошее не вышло. Ну-ка давай посмотрим, что вообще хню делает. Кидает какое-то говно. Давай же отпервлюсь. Ой, это тихо, не ори. Ну слушай, не знаю. Мне что-то кажется, что вот эта карта сейчас не сбалансированная. И вот эти чуваки слишком сильные.
Они реально очень сильные. Они просто херачат какую-то херню, которую не могут пробить лучники, и не может вот этот чувак атаковать. Их замерзает. Ну, короче, это сверх имбовы. Я даже не знаю, что делать. Давай, знаешь как? Давай попробуем как-то вот так вот провернуть. Ну, типа, знаешь, одну штуку вот куда-то вот сюда поставить. Да-да-да, не урчи. Потом скелетов. И вот этих вот лучников. Не знаю, что они сделают, но а что бы нет. Мы в нулину не уходим. Так, тихо, ставим паузу. Блин, это... Где вот это вот говно? Аудио. Музыка. Можно, пожалуйста, как-то это? Или вот прям самую малость? Ну, честно. Слишком громко просто. Это слишком громко и слишком тихо теперь стало. Так, резюме. Надеюсь, теперь все будет нормально. Так, вот эту штучку я хочу сделать так, чтобы вот эта вот херня, блин, прыгнула куда-то. А я потом за нее уехал и попробовал вот этих чуваков разнести. Ну и, конечно, за меня кто-то заденется. И все равно это громко. Что еще происходит? Давай. Ну, вроде как теперь нормально было. Давай попробуем тебя поближе поставить. Они... А почему так громко-то? Почему нельзя сделать тише игру? Гребаный, что за херня? Так, тихо. Не задевайте меня. Я попробую хоть как-то этих чуваков разнести там. Хоть какую-нибудь херню задеть. Ну, конечно, ко мне прилетит говно, и вот эта штука даже ни разу не попадет. Нет, это бесполезная стратегия. Я не знаю, честно. Давай попробуем вампиров поставить. Слушай. Булить надо это нафиг. Это надо булить. Попробуем вот как-то вот так вот сделать. И надеюсь, то, что сейчас все нормально будет. Пацаны, разнесите их. Ну, сразу же несколько из них вынесли. Я попробую хотя бы одного убить. Это, как ты видишь, практически нереально. Никто из них не сдох. Хотя урон наверняка и много прошло. Слушай, вот это вот сложная тема. Я тебе серьезно говорю, вот это сейчас самая сложная херня за все время вот этого тапса. Ой, бесит меня, короче. Бесят. Давай как-то так сделаем. Может, сделаем так, чтобы на этого, на чувака этого не нападали. Может, сделаем так, чтобы он тут хоть как-то выжил. В первую очередь. Вот они прыгают. Давай мы опять же поиграем за вот этого мужика. Он попробует тут сдали всех пострелять. Мне, естественно, в ухо будет вот эта вот херня орать. Попробуем вот этих просто в спину. Ну ты посмотри, что они делают. И что делать? Эта штука не пробивается. О, здорово, пацаны, вы тут откуда? Они пришли отсюда нахер. Ну вот и что? И что вот делать? И смотри, никто из этих уродов не сдох. Как же громко. Смотри, реально, никто не сдох. Я даже не знаю, сколько у них хп осталось. А вот эта вот штука, которую они стену ставят, она слишком имбовая. Вот в моей вот этой вот локации спуки никого нету такого. Ну слушай, возможно, что-то было бы прикольно, если бы, допустим, я бы, может быть, этих чуваков поатаковал бы на расстоянии. Ну и на... Конечно же, блин, какое-то говно ко мне, блин, прицепится. Будь замечай, пошел отсюда, это наверняка ты сделал, срань. Где эта прыгущая херня? Слушай, на это... Нет, на этот раз все херово вообще пошло. Куда они там упрыгали-то? Боговные твари, алё, хватит прыгать. Так, тихо, тихо. Но опять на меня напрыгнуло, блин, это стая уродов. И я не смог им хп хоть как-то проронить. Прорядить, точнее. Давай, знаешь, что сделаем? Давай вот сюда поставим. Давай вот этого чувака выберем. Не, тихо, заново. С паузой. Чак. Выбираем. Они почему-то стали теперь прыгать как-то очень странно. Не вижу, куда они там упрыгивают. Они постоянно прыгают. У них как будто такое ощущение, что этого нет. Как его? Слушай, я не знаю, что делать.
Вот прям тебе официально говорю, я вообще без понятия, что тут происходит. Давай попробуем вот этих чуваков поставить. Может, они их как-то убьют, я не знаю. Этих задержат. 1600. Ну и вот этого чувака одного поставим. Далее лучников. В надежде то, что они хоть что-то сделают. Ну вот прям честно. Хоть кого-то попробуем убить. Блин, как же это все громко. Как же странно. Я не знаю. Но смотри, мы только убили вот этих чуваков, а вот этих даже никто не ранил. Ну им по барабану вообще абсолютно. Честно, им по барабану. Они херачат вот эту свою херню и все. Давай попробуем как-то... Я не знаю, просто попробуем как-то их завалить. Слушай, знаешь что? А дальше что я тут придумал? В жопу это все говно. Попробуем через бак это все сделать. Просто валим отсюда. Хватит прыгать на такое огромное расстояние. Задолбали, блин. Блин, ну вот эти прыгуны, они, конечно, сейчас сюда допрыгнут. Будет совершенно невесело. Да, они, в принципе, это и сделали. Так, нужно, короче, его куда-то отослать. В какую-то ссылку, блин. В Сибири нахер. Хотя мы и так в Сибири. Тихо. Вот вы прыгаете, вы молодцы. Я убегаю вот сюда. В жопу вас. Я надеюсь, то, что вот этих чуваков там разнесут, и вообще все будет весело. Я просто тут буду стоять и кого-то херачить. Ну смотри, там вообще дохера и больше этих людей. Так, валим их. Надо булить это. Так, дай мне только это. Так, слушай, не, это все херня, короче. Мих уже бесить начинает. Че происходит вообще? Как это выигрывать? А понимаешь, вот в этих проблем нету. Вот в этих проблема. Они просто тупо строят вот эту свою херню, и все, и ты ничего не можешь сделать. Я даже не знаю, как это проходить, слишком мало денег дали. Эти же пацаны измененные. Это только можно через баг пройти. Не, ну может быть какого-то тут персонажа, который может как-то разнести, я не знаю. Но что-то мне кажется, то, что все это херня. Ну смотри, ну вроде как он справился. Я, соответственно, где-то вот тут буду сидеть. Они сейчас ко мне подойдут, а я их буду просто тупо херачить. Идеально. Они же не прыгают. Вот и давайте, я тоже через баги буду ее делать. Наверняка так это и проходило. Проходите теперь. Все, не урчи только. Все слишком это, слишком громко. Вот и все, я буду вас херачить сверху. Вы все равно до меня не дойдете, скорее всего. Мне никуда не надо целиться, никуда не нужно стрелять. Да посмотри просто, сколько им нужно выстрелов, чтобы их убить. Да просто посмотри. И это если что это. Сейчас ускорю этот весь момент, наверное. И чё? Кто еще остался? Не ускорю я нифига, потому что они умерли побыстрее, чем я думал. Ну и кто тут? Где это говно? Я не хочу его отпускать, потому что может случиться непоправимая херня. Вот прикинь, если он, вот он сейчас встанет, как я и говорю. Побежит, блин. И с первого удара меня убьют нахер. Говно, а? Налю, ты нажрался. А ну вставай, иди отсюда нахер. Красиво. Мы на это потратили охереть сколько времени. Я больше чем уверен, что слишком много было потрачено. Не 19 минут. Наверняка много. Так. Тут лучники. Что это за лучники-то? Морозные. А их, кстати, немного поменяли, смотри. Они вроде не такими были. Не реально. 7000. Вот, знаешь, что я тебе скажу? За 7000 викингов берем. Смотрим. 1500. Вот это вот херня. И лучники 1600. Посмотри, сколько их тут. И вот это. Ты знаешь, сколько это стоит? Надо охереть не встать, сколько стоит. Так, хорошо. А мы первым делом что делаем? Ставим вот этих вот пацанов. Далее. Ставим лучников. Примерно вот столько. Херачим на вот эту вот катапульту. И что еще?
и вампиров. Вампиров мы поставим вообще позади где-нибудь. Где-то вот тут. Пусть они там пока добираются. Для чего? Вампиры, они очень легко могут дойти вот до этих пацанов. Нам это как раз и нужно. Вот эта штучка мы куда-то туда выстрелим. Надеюсь, что она что-то сделает. Она стреляет вообще как-то хер просышь куда. Поэтому, не знаю. Ну ладно, пусть он сам как этот выстрелит. Надеюсь, то, что что-то из этого хорошее выйдет. Короче, лучники, которые херачат огнем, и лучники, которые херачат холодом. А баллиста не может выстрелить в них. Да посмотри, у баллисты вот этой, меньше радиус, чем вот у этих лучников. Это где такое видано? В какой стратегии такое говно вообще было написано? Вот они просто тупо забили их. На таком вот расстоянии. Это говно даже в них не выстрелило. Не, ну слушай, я уже начинаю сомневаться, что вообще эта баллиста хоть что-то для чего-то нужна. Она не попадает. Почему вот это говно так... Ты посмотри, она вот тут где-то стояла и попала вот сюда. То есть у нее область действия это просто максимально мелкая. То есть вот отсюда, вот до сюда она попадает. Какая же срань. При этом лучники могут стрелять дальше. Просто понимаешь всю фееричность ситуации? Лучники меня дальше стреляют. Вот эти вот лучники. Серьезно? Не, слушай, это говно. Это нахер не надо. Это какая-то срань полнейшая. Мы ее использовать не будем. А кого будем, я не знаю. Давай попробуем вот этих пацанов. Я не знаю, что они делают, честно. Вообще без понятия. На каком они там расстоянии могут херачить? Ну, тоже на мелком, если честно. Этих пацанов-то мы разнесли. Это все весело, замечательно. Че, вот эти чуваки делают? Тоже абсолютно без понятия. Ну вот вроде как они идут, и мои лучники теперь дойти могут. В этом весе плюс. Ну смотри. Нам получается просто тупо нужно отвлекающий маневр. Чтобы мои хотя бы пацаны могли дойти и пострелять. Хотя мы уже выиграли, как я понял. Да. Они просто тупо отвлекли внимание, и все замечательно было. Все хорошо, и мы... я уже думал, что мы прошли. А нет, в итоге. Так, японцы. Японцы, это, конечно, страннище там, ну ладно. И что делать? Давай пацанов тут пару поставим. А буду зажигать, веселиться. Вот эту штуку поставим, хотя мне не очень-то сильно это и нравится. Далее. Далее вот так вот. Ну и просто обычных смертов. А чё бы нет. Они сами поймут, куда им там надо идти, и сами выяснят это все. И надеюсь, вот эта штука в моего пацана не попадет. Да, она вроде как и не попала особо. Че, хорошо, вроде как все красиво. Ну да чё ж ты такая бесполезная? Я же обижусь и больше тебя ставить не буду. Ну слушай, мне на самом деле она не очень нравится. Она стоит слишком дофига. И она делает совсем нифига. Ты хотя бы это. Ну все, короче, прощай. Было с тобой весело, но... Извини. Ну а баллист, конечно же, не может даже выстрелить. Она у него... Не, смотри, хватило. То есть отсюда до сюда она стрелять умеет. Но все равно слишком мало для баллиста. Баллиста должна... Ну, не баллиста, а катапульта. Катапульта должна отсюда где-то херачить вот этих пацанов. Это в лучшем случае. Точнее, в худшем. А в лучшем она вообще и оттуда может херануть где-нибудь. Слушай, ну она одна против вот этого дебила. И она попасть в него не может. Ну, типа, серьезно, баллиста. Ты это угораешь или как? Давай попробуем... Как же громко... Давай попробуем что-то сделать. Вот этих чуваков вывести. Замечательно. Пацаны. Меня эта штука убьет, да? Где? Дай хотя бы куда-нибудь дойти. Дай хотя бы пару разиков выстрелить. Но я хотя бы отвлекаю. Хоть в чем-то в этом плюс какой-то имеется. Ну смотри, он меня еще не... Вот сейчас выстрелит. Сволочь, не стреляй. Все, красиво, замечательно. Так, ну мы что-то сделали. Даже осталось баллиста. Все, хорошо. Это нам и стоило сделать. Взять все в свои руки. Так. Мушкетчики. И что я с ними сделаю?
Но мушкетчики сразу же будут стрелять. Надо кого-то отвлекающего поставить. Ну вот куда-то вот сюда. Далее. Но я тут, в принципе, знаешь что? Я тут знаю, что сделать. Вот сюда вот ставишь пацана и всю, и убиваешь всю вот эту срань, которая ко мне идет туда. Но мы этим пока что заниматься не будем. Поставим вот этих пацанов. Даже знаешь как? Даже куда-то вот туда их поставим. Они там пока будут доходить, переходить, и веселье произойдет. Так, вот этих пацанов поставим. А вот эту вот штуку. А вот эту штуку. И я думаю, все. Ну, еще одного чувака туда поставим куда-нибудь. Ладно, давай он, допустим, сюда пойдет. Я надеюсь, то, что сейчас все будет красиво. Ну, смотри, они выстрелили. Вроде все замечательно. Ну и все, я думаю. Вот этих теперь пацанов осталось вынесли. Хотя они в итоге убили моего жнеца, но мне пофигу, если честно. Они больше не выстрелят, не успеют, по крайней мере. Блин, я не могу к ним подходить, это слишком громко. Ой, господи, какие же вы срани. Ну, вот так вот нормально? Но вы не орете больше? Ну, вроде как нормально. Все хорошо. Мы прошли это говно, и теперь у нас пираты. Сколько осталось-то? А, ну это последнее. Все хорошо, пираты, и у нас 8000. Ой, господи, какая музыка ты заиграла. Что мы можем сделать с пиратами? Ну, опять же, ставим вот это вот говно, которое будет, если что, отвлекать первые выстрелы. Далее ставим вот эту шнегу, которая, если что, будет стрелять, убивать и тому подобное. Поставим эту херню, пусть она там что-то делает, пофигу. Ставим жнеца, ставим вот этих пацанов. И кого еще? Давайте еще одного. И еще вот этих пацанов поставим куда-нибудь. Их убью, скорее всего, но нам по барабану. Видишь, на них стреляют, все красиво происходит. Так, ну, вроде как красиво вышло все. Еще бы вот по этой херне бы кто-нибудь попал. А был бы еще бы лучше. А, ты еще живая, что ли? Сколько у него хп-то осталось? Мне вот это вот интересно. Ну, она там прыгает, веселится, но, блин, тут вообще практически все живы. То есть давай посмотрим, кто же умер. А, тут еще один был командир, который капитан. То есть умерло раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Вот против вот этого вот говна умерло шесть человек. Красиво. Мы тогда делаем по-другому немножечко. Вот эту штучку мы сейчас просто будем расстреливать. Конечно, сейчас пострадаем немного. Ну ты ладно. Как же громко. Ну хватит, пацаны. Ну, меня убило. Окей, ну я хотя бы убил вот этих вот баб, блин, которые тут бегают. Можем попробовать куда-то туда выстрелить. Ну, нифига не выстрелили, конечно. Слушай, ну все красиво. Вот, а, подожди. Вот эти штуки, да что ж так громко. Может, как-то так получше будет? Я просто уже даже не знаю, что делать. Слишком громко. Так. Опять же. Играем вот за вот этого пацана. Он сейчас будет херачить вот эту бабу. А, там два командира. Которые капитана. Два капитана. Красиво. Так, а теперь идем вот сюда вот. И попробуем хотя бы одного вот этого чувака какого-нибудь разнести. Он нам просто реально все карты путает. Ну и все, мы выиграли. Ну такая вот срань. Эти пацаны вряд ли что-то сделают нам теперь. Просто посмотри, сколько у них хп. Какая же срань. Все, хорошо. Мы закончили с этой вот этой всей херней. И продолжаем кампанию. А что? У нас теперь симулятор Wild West и Legacy осталось. Красиво, весело. Так, а что тут у нас? Какая-то странная локация, если честно. Я хотел теперь это локации исследовать. И смотреть, что там происходит. Но что-то как-то... Как-то странно тут. Ничего интересного. А, блин, а? Вот в итоге-то я нифига этот не взял. Ничего на превьюшку интересного.
Так, ладно. Да мы можем использовать викингов и спуки. Так мы же раньше могли всех херачить. В чем проблема-то? А, это нам теперь рекомендуют, кого можно. Мы, кстати, рассмотрим, можем этих пацанов. Где? Да, серьезно, смотри. Ну-ка, подожди, ну-ка, на-ка. Да, давай вот так вот провернем. Разнесет ли мой чувак всех? Не, нифига, он напрыгал. И весело. Так, ну а что, мы тут можем, в принципе, вот этим все закончить. Вот этими пацанами. Одного и потом кини поставить. Да он сейчас просто херанет сюда вот эту штуку и все. Не? Давайте кини валить их. Уличная перестрелка. Да вообще по барабану, кстати. Ну слушай, ну это нечестно. Мы сейчас переиграем эту всю херню. Если мои пацаны сдохнут, то по-нормальному все сделаем. Используем, не будем использовать моих юнитов, будем использовать каких-то этих. Ну, либо секреток, потому что давно их уже не использовали. Либо, ну, там мы и сдохли уже в любом случае. Все хорошо, секретных юнитов будем херачить. Да-да, и секретных. Вот, и кто тут у нас есть? Давай знаешь, что сделаем? Давай сделаем просто максимально читерную историю. И это просто сейчас будет невозможная тема, смотри. А, блин, точно нельзя. Эй, блин. Но в любом случае он слишком читерный, и я могу просто тупо вот такую штуку провернуть. И я думаю, все. Геге. Одного чувака вот сюда. Одного куда-то вот сюда. И вот у нас уже капитан. У нас танк! Тихо, куда? Блин, да прикинь, мне танк выпал. Сколько танк стоит? 6000. А сколько я потратил? 5000. Понимаешь, я просто тупо купился. Это слишком имбово, это надо нюрфить. Так, хорошо. Знаешь, что сделаем? Будем кидать вот сюда куда-то эти подарки. О, здрасте. Ты есть кто вообще? Красиво. Какой-то чувак. Что это такое выпало? Я тебе говорю, это слишком имбовые новые юниты. Они могут вообще все разнести. Вот просто хочешь пройти какую-то кампанию, берешь, открываешь секретных юнитов, херачишь вот этих пацанов, все. Ты абсолютно все что угодно пройдешь. Они могут кого угодно вынести. Ну серьезно, я там уже окупился 500 раз. Ну, как ты видишь, никаких проблем. Абсолютно никаких. Да новые юниты. Вообще ничего не почувствовал. Так, ладно, мы этим страдать не будем. Потому что это слишком читерно. Так, нам давали спуки и вот этих вот пацанов. Давайте попробуем за них так бы сыграть. Так, кто у нас там по спуки есть? Уже забыл. Так, подожди, кто там... Какие-то пацаны интересные. Ну, в принципе, нам дают 3000. За 3000 поставим вот так вот. И я бы хотел сказать лучников, но лучники что-то не очень. Давай как-то вот так вот, что ли. А, ну давай вот эту штуку поставим. Да она тут всех разнесет. Как нифиг нафиг. Так, ну чё, пацаны. Ну чё. 3D приколы. Даже не знаю, как тут все сделать. Ну и все, и красиво, и все замечательно. Сколько у них хп? А им вообще по барабану, кстати. Слушай. Давай. Не-не-не-не-не, подожди. Давай знаешь, что попробуем? Давай попробуем просто поставить вот этих пацанов. И валькирк. Одну. Одну валькирку. И посмотрим, что они сейчас сделают. По идее, должны затащить. Валькирка сразу там подохла, никого не убив. Так, не, валькирку мне не нравится. Ну вот этих чуваков поставим. Вот как-то вот так вот. И посмотрим. Вот они прыгают, они веселятся. Куда они там прыгнули? И вроде как
Чё-то происходит. Блин, ну ниндзя это, конечно, веселая тема. Ниндзя всех нас уносит. Но я могу провернуть другую историю. Спуки. Херачим вот сюда. Вампир это не очень. Но Wild West мы не будем, давай изменим. И выкинем их отсюда. Как их выкинуть? А как выкинуть? А, все, понял. Так, вот как-то вот так вот сделаем. И я думаю, нормально. Можно самостоятельно тут все это собирать. И как по мне, это очень прикольно. Так, хорошо, Wild West мы их не будем использовать, потому что не знаем. Всех остальных же, кого тут можно херануть. Давай Зевса. Замкнутое помещение, все очень весело и прикольно. И вот этих вот пацанов, пусть они тут тоже куда-нибудь выстрелят. Весело будет. И далее. А далее просто каких-то бомжей, которые ничего не стоят. Ой, как-то вот так вот. Тихо. Говно, ну ладно. Зачем ты своего-то херачишь? Так, ну чё? Зевс, блин, мать твою, куда ты? Ну, я сейчас Зевса буду херачить. Ну ладно, Зевс там пока расправляется, мы будем их отсюда фигачить. Так, тихо-тихо, ниндзя. Ну, успокойся. И я хочу по беспалеву взять и разнести. А Зевса там вынесли, да? Да, замечательно. Почему Зевса-то вынесли? Тихо. Да, вот и все красиво. Пацаны, я на вас там надеюсь. Честное слово, надеюсь. Я буду за тебя болеть, Зевс. Ну, практически. Еще в тебя что-нибудь буду. Тихо, тихо, не урчи. Ну что, плечами, иди сюда. Я готов. Зевса почему-то выносит, кстати, хотя странно. По идее, там много пацанов. И все должно быть совершенно наоборот. Это еще красиво, да? Читерно, но красиво. Я, конечно, с такой же уверенностью мог этих эльфов поставить. Ну а чё? Мне разрешают сюда ставить. Хотя могли бы не разрешать. Поэтому, думаю, все нормально. Да не ори ты так. Ну что с тобой не так-то? Почему так сильно и так громко? Да это же не прикол, так все орут совершенно. Да блин, сколько в них нужно патрон? Какие же вы срани. Это вот этот чувак еще может... Ты это заткнешь или как? Не надо меня так это херачить. Пацаны, вы там нормально себя чувствуете? Или у вас иммунитет? А мне говорят, что у них ХП немного. Ты посмотри, что происходит. Вот эти бочки, они, видимо, все-таки как-то этот-то не пробивают урон. Вот что он в него херачит? Может, там кто-то спрятался? Непонятная херня. Ну смотри, вроде как он его фигачит. На него дофигища просто говна уходит. И он помер? Но он не помер. Ему нормально. А он практически меня шотнул. Какая же срань. Он иммунитетен или что? Ну типа, что это такое сейчас? Ладно, давай его просто повыкинем, короче, отсюда. Ну вот и красиво. Понимаешь, я его не убил за все вот эти вот приколы. Посмотри, сколько у него мечей. Я его просто тупо выкинул за карту. И только после этого он сдох. Красиво, да? Слишком жирный персонаж. Прям вообще пипец. Так, хорошо, что мы тут можем сделать? А давайте, знаете что, на этом моменте закончим, уже время подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, подписываемся, ставим лайки, комментируем, рассказываем друзьям. И всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока.